Ребят, всем привет. Я вот только проснулся, у меня сегодня выходной. Сейчас без 10:02 где-то, или без 5. Короче, с просон не могу определить. Вот, короче, стойка, если вам видно. Вот. Проснулся, даже не знаю, чем будешь заниматься, просто взял снимать. Вроде как планировали с Лерой сегодня съездить в Эксмо, в магазин книжный. Там мне пришла смс-ка о том, что у них распродажа, 30% скидки, туда-сюда, ну и как обычно, тут рандистика. Плюс нас в лифту повесили Эксмо тоже такую же рекламу. Лера говорит, давай съездим, посмотрим, может, что интересного у них там будет на скидке. Поэтому, думаю, по планам на сегодня будет съездить именно в Эксмо посмотреть. А мне так не хочется, я, блин, не знаю, вообще валялся, наверное, еще час. Если, конечно, еще Степан не орал, потому что он где-то там, если вы слышите, на заднем фоне орет. Ой, очень тяжело, ребят, ладно. Буду я потиху вставать, собираться, наверное, потому что Лера сказала, собирайся, одевайся, чтобы был готов, в любой момент я могу тебя вызвать. Вышел я из дома. Конечно, Лера написала, что поздновато я вышел из дома, но как получилось. На улице, как обычно, вроде и плюсовая температура, но ветер и холод присутствуют. Хотя на солнышке тепло, поэтому не очень. Пошла вторая неделя моей диеты. Как говорится, самое сложное позади. В моем рационе появилось мясо, точнее вареное мясо, говядина и вареная рыба. Стало попроще, то есть пропало какое-то чувство постоянного голода. Более-менее нормально себя чувствую. Это хорошо, меня это очень радует на самом деле. Вот. За эту неделю чуть больше скинул я всего 5 килограмм. То есть весил 97 с копейками, сейчас вешу ровненько 92. Так, надеюсь, эта штуковина не мешает своим треском. Вешаю, короче, 92. Не знаю, дойду ли я до отметки в 90, но будем надеяться. Продолжаем сидеть на диете. Встретил вот эту вот барышню. Короче, она мне сказала, чтобы я к ней поднялся наверх, помог ей вынести вещи, но, как я понял, она меня не дождалась и пошла мне навстречу. Потому что думала, заберу комп, а потом поняла, что папа лучше заберет тебе. А вот это я вообще не знаю, что и от кого, и никакого праздника так-то вообще-то нету. В смысле нет? 8 марта уже прошло. У тебя не день рождения, не Новый год. Вот я в декрете уже, все официально. И типа с этим сейчас поздравляют все? Ну, я не знаю, я не вникаю в эти сущности ваши декретные. Меня провели на пенсию. Вот, короче, Лера вот забрала. Я в декрете. Да. Куда мы сейчас отправляемся? Расскажи, пожалуйста. Мы сейчас сначала пить кофе, я очень хочу раф. Нет, ну мне нельзя еще. Потом? Куда? А я уже рассказывал, что мы поедем сидеть с тобой в Эксмо. Да. Там скидки у них. Вот. Кстати, по поводу кофе. На работе, там, когда идем на работу, проходим кофейный аппарат, от него очень сильно пахнет кофе, и мне очень хочется кофе, я вам серьезно скажу, очень-очень хочется кофе, это да. Это зависимость, когда не пьешь кофе, это просто да, жесть. Да, очень хочется кофе, прям не могу. Да, взяли мы себе наши напитки. Что у тебя там, раф? С чабрецом. Да, это раф. Просто райская штука. Ну, меня вы поняли, да? Хотя просто не маленький стаканчик, у меня такой здоровенный сделал. Это 300, ты просто говорил 300, это есть 300. Я сказал меньше, чем 300. Ты сказал 300. Я думал, это 300, не 300, я думал, ну 300 меньше. Нет, это 300. Блин, сейчас воды нахлебаюсь. Мы решили посидеть. Там Лера что-то поправляется в своих этих тряпках. Вот. И мы выбрали неудачное место, мы сели где-то над... Как это, шаурмичное? Такое есть слово? Шаурмичное, интересно. Короче, там, где делаю шаурму, сидим, и тут такой запах, а я так жрать хочу теперь уже. И это печально. Играл в телефон, чуть не пропустили свою остановку. Играл в игру, которая сама себя играет, по сути, я просто смотрел экран. Чуть не проехали. Хорошо, хоть Лера мне написала сообщение. Мы сидели в двух разных концах, потому что места не было. Да, а я говорить не люблю. Остановите, поэтому я пишу. Ты стесняешься? Да, я не люблю. Да. Повтори, пожалуйста, эти слова на камеру. Нет. Повтори немедленно, что ты сейчас сказала. Нет, ты не балуйся, а повтори, что ты сейчас сказала. И тебе не стыдно?
Нет, короче, я вам сейчас скажу. А знаете, что мне сказала? Хочу что-нибудь купить из книг, потому что мне читать нечего. Если чтобы вы представляли, у нас два шкафа, они набиты, и около шкафа еще целый шкаф. Ну, его там нету. Просто книги стоят горой. То есть, как бы, это человеку нечего читать. Да, не прочитанные они все. Ну, блин, больше. Я хочу новое, я давно не покупала, может, неделю уже книги. Короче, мы приближаемся уже. Как снова посмотришь, там есть? Да. Скоро, мне кажется, начнем мы распродавать наши книги. Пора уже давно. Да. Потому что их реально некуда класть, да. И некуда их ставить. Want this to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine. I can only imagine. Короче, все, вышли мы с этого Эксмо. Как обычно, мы ушли не без покупок. Купили мы себе 4 книги. 3 купила себе Лера, я себе купил одну. Сейчас сели перекусить. Лера там себе взяла слойку с ветчиной и сыром. Я себе отковырял какой-то салат, который мне можно. Как раз салат сегодня и можно с всякими овощами. Надеюсь, он будет не жирный, не соленый. Сейчас вам покажу, что мы купили. Как раз Лера расскажет про книжки, покажет вам. Потому что она, наверное, в них больше знает. Нет, крутит, короче, носом, не будет показывать. Покажу вам тогда я так чисто обложки. Первая книга — это вот Александр Иванов «Общага на крови». Мы ее там у какого-то буктюбера увидели, кто-то рассказывал про нее, и решили взять, почитать, попробовать. Ну, по крайней мере, это для меня книга, вот единственная, что я с ним выбрал. Потом книгу, которую Лера разыгрывала в каком-то из своих розыгрышей. «Дерево растет в Бруклине». Вот. Ну, они все новые, думаю, вы так, все, кто читает книги, все про них знают. Потом дальше. Клуб без... Бездомных? Uh-huh. Да, клуб бездомных мечтателей. Вот такая вот штукенция. И последняя книга. «Год потопа». Понятия не имею вообще, про что это. То, что там Лера выбирала. О, в отражении вы видите меня еще раз. Короче, вот такие вот штуки мы купили, и будем сейчас устраивать себе перекус, немножечко отдохнем и попаримся до дому. Ест. Короче, эта барышня беременно устала. Вот. В магазин мы не пойдем сегодня, она решила все онлайн заказать, доставку. На общественном транспорте мы поедем, не поедем, поедем на такси. Я же не могу даже до остановки дойти. Одни растраты с этой барышней. Ну, а как ты думал? Поэтому да. Идем вылавливать наш Uber и поедем мы до дому. Стоим почти на пустой парковке, ждем наш... Ау! Uber. Вот такой вот у нас гонщик подъехал. But you already taken. Nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both. Добрались мы до дому. Будем потихо отдыхать. Лера тут швендает, пытается найти разложить покупки. Сюда. Не, я пытаюсь найти покупки, чтобы снять. А, будет снимать на кучу покупки. Будешь эти новые брать? Какие? Да, конечно. Короче, Лера сегодня будет снимать очень покупки, много. Но они, конечно, раньше выйдут, поэтому это будет не спойлер для вас. О, Степан, кстати, вылез, выходил со мной мусор выкидывать в подъезд. Испугался, прижался. Да? Ага. Не знаю, короче, вылетел опять с клетки, по кухне летал, и то на кухне его забыл. Такие вот дела. Будем садиться, отдыхать. Я не знаю, что я приму, приедет доставка к нам с едой. И будем мы кушать. Не обращать внимания на этот беспорядок, а то все равно будем все убираться. Пока Лера будет снимать, пойду я посуду Лера помою. Да? А ты еще не прощался? Нет, еще не прощался. Степан пытается искупаться в этом. Степан пытается искупаться в бутылочке с пепси, в пробочке с пепси. Лера пытается ему дать пепси попить. А, не кусайся! Ну, вы поняли. У них там своя любовь. Да, он, по-моему, пытается умыться конкретно. Ну, дай ему и ваночку. Ну, да, он...
Короче, Степан хочет принять ванну. Но ванну он принимает, знаете, как по-дебильному? Эту ванночку надо держать в руках, потому что по-другому он не хочет не мыться. Или он хочет мыться в чашке с Лериным чаем. Спак, причем так несется, а потом даешь ему воду, ему плевать. Ему хочется не мыться. Да, поэтому сейчас я пойду наберу воды, пускай Степан прополоснется. Степан моется только так. По-другому не хочет. Так. Так, не отвлекайся, Степан, не отвлекайся на камеру. Иди мойся, а не вытирайся об меня. Ты еще не помылся. Или все, тебе хватит этого, иди сюда. Да залезь ты в свою норку в эту. Иди. Иди мойся. Или ты все уже окончил. Ты что, такой хвост пополоскал? Все? Короче, не удалось нам заснять, как он моется. Ну, короче, вот так надо держать руки, по-другому он не хочет туда залазить. Ай! Только жопу свою пополоскал. Тебе вообще не стыдно? Что так долго снимаешь? Как ты ешь? Смотри. Пока там моя барышня готовится к видео, начну я мыть посуду. Вот такие вот дела. Степан решил перекусить немного. Ну что, ребят, закончил я это мыть посуду. Вроде посуды было не так уж и много, но как-то я немножко подустал, если честно. Вот. Не знаю, как это посуда. Ненавижу, конечно, мыть эту посуду, блин. Но сейчас больше некому ее мыть, кроме меня. Вот. Вообще, желательно у нас в квартире хорошенько бы убраться, потому что у нас... Какие странные звуки. Грубо говоря, у нас знатный срач, если честно. Все, буду потихоньку отдыхать. Даже не знаю, ничего уже, по сути, не снимать, потому что мы сейчас перекусим, и все, уже будем валяться и ничего не делать. Что хотел сказать, как вы помните, читаю я сейчас Евгения Водолазкина «Брисбен». Прочитал совсем чуть-чуть, не знаю, видно, не видно он сверху. Вот этот кусочек, который сверху, вот я столько прочитал. Вот. И как-то мне совсем туго идет. Вот, все потому что до этого я читал всякие биографии, и мне биографии знатно поднадоели. Я думал, чем-нибудь это разбавить, вот. И первое, что мне попалось под руку, это был вот «Водолазкин Брисбен». Ой, нет, так его не смог читать. Зря я его схватил, короче. Проблема в том, что в книге нам рассказывается про музыканта, и там каждая часть делится на два периода. То есть одна глава, например, это настоящая его жизнь, то есть время, которое происходит сейчас, и вторая, ну, следующая глава — это его детство. То есть нас все время бросает туда, то обратно, вот. И по сюжету про нашего музыканта какой-то писатель пишет книгу. То есть это такая мини-биография. Возвращаемся в его детство. Вот. И в чем проблема в этом детстве? То, что там текст написан именно сплошным, без каких-то абзацев, без ничего. Он просто вот сплошной текст. И это тоже немножко утомляет. И поэтому я решил пока что отложить Водолазкина. Вот. Не из-за того, что книга плохая. Нет, когда ее читаешь, она мне довольно-таки интересна, мне понравилась. Вот. Никаких, конечно, таких событий не происходило, но все же. Решил ее пока что отложить, потому что не время ей сейчас, и рано я ее схватил. И решил что-то почитать из двух книг, пока что думаю. Одна книга, это которая сегодняшняя наша. Вот. Алексей Иванов, «Общага на крови». Давно все посматривал на этого автора. Вот. Хотел бы, чтобы его прочитать. Ну, и взял эту книгу, потому что недавно мы ее видели в обзоре у какого-то книгоблогера, и оценки, конечно, Life Libya у них неоднозначные, там многие пишут, как и плохие оценки ставят, и что-то плохо в этой книге, кто-то там вас хвалит ее, не знаю, попробую, почитаю, увидим, что с ним после этого получится, вот, думаю ее взять. Сюжет, ну, короче, все действие, как понятно, из названия происходит в общаге, там компания вроде из 5 человек, и, как я понял, их вроде как выселяют из общежития, но они продолжают там жить, типа, нелегально. Ну, я могу ошибаться, потому что это так, что-то у меня в голове все перепуталось. Но как-то так. Вот.
Думаю, будет интересно. Мне такие вот вещи нравятся, когда есть какой-то маленький мирок, а-ля типа то же самое общежитие, когда все действия происходят в этом общежитии, люди живут каждой своей жизнью, как будто вне общежития ничего не существует. Похожая, кстати, книга — это «Дом, в котором», автора не помню. Мне тоже понравилось, именно вот из-за того, что там рассказывается про детей-инвалидов и про этот вот интернат. И что для них один существует мир — это то, что происходит в интернате. Вот, как-то так. И вторая книга, которую я вот тоже думаю, может быть, начать читать, это... Вот, «Татуировщик» вот этого вот. Из Освенцима, да. Ну, тут история рассказывает о том, что был еврей такой, вот, в концлагере, и он делал, точнее, это будет тоже, скорее всего, как полубиографическое, ну, блин, не знаю даже. И он делал татуировки, эти вот номера евреям набивал именно он. Ну, и, наверное, тут будет какая-то, скорее всего, какая-то любовная линия. Что-то в этом роде, короче. Короче, я не очень люблю читать аннотации, я так вкратце их пробегаю, потому что бывает часто в последнее время делают в аннотациях очень много спойлеров, а мне это не нравится. Вот. Я так вкратце, в основном Лера их читает, а потом меня спрашивает, о чем, и она мне вкратце говорит о чем, чтобы как бы я не знал, о чем книга. Ну, с большего. Поэтому я думаю, что из этого начать. Пока еще не решил. Скорее всего, начну «Общагу». Вот. А Свенсон немножечко подождет. Но это тоже не точно. Вот. Сейчас я точно читать не буду, потому что, скорее всего, если начну сейчас читать, я прям носом уткнусь в эту книгу и задремлю, потому что как-то утомило меня очень сильно мойка посуды. Поэтому, ребят, думаю, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам видео понравилось. Вот. Как все вы знаете, всякие ссылочки внизу. Ставьте там ваши лайкусики. Не нравится — ставьте дизлайки, это не важно. Вот. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм. Задавайте вопросы в комментариях, обязательно на них отвечу. Ну и все, и до новых встреч. Чао, какао всем. Не попало.